Социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Вопрос в том, как разработать социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. Можно сказать, что полностью разделяет это положение. Другое дело, что оно было всесильным и верным для эпохи индустриального общества, а ныне все прогрессивное и прочее человечество переживает переход из индустриального общества в информационное. Поэтому и учение Маркса перестает быть всесильным и верным, перестает быть путеводной красной нитью, позволяющей планировать и предвосхищать. Так вот, значит, победа-то... В 1945 году она произошла в индустриальном обществе. Поэтому сошлюсь опять же на Маркса. Критика Готской программы, ее тогда все учили, кто там должен был сдавать марксизм-ленинизм. Там постулат такой. Оружие критики, а у нас сейчас критиканов очень много, все, значит, там выступают с разными сентенциями, это плохо, то нехорошо. Значит, оружие критики не может одолеть критику оружия. Материальная сила должна быть сломлена материальной же силой. Но и теория становится материальной силой, когда она овладевает массой. Вот эту часть, но и теория, которая становится материальной силой, когда она овладевает массами, эту часть марксизм, как учение, в том варианте, который нам преподавали, она выпячивалась на первый значит, план. А вот о том, что материальная сила должна быть словом материальной силой, об этом как-то не очень подчеркивалось. Ну, понятное дело, значит, ну, значит, надо тут дух надувать, значит, там теория правильная, она, значит, позволит там что-то, значит, планировать, управление и так далее. Вопрос в том, как разработать социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. Наша организация играет все более весомую роль в международных делах, вносит реальный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение устойчивого экономического роста государств-участников, упрочение связи между народами. Вопрос в том, как разработать социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. До широких масс в максимально короткие сроки. Вопрос в том, как разработать социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. Материальная сила должна быть сломлена материальной же силой. Но и теория становится материальной силой, когда она овладевает массой. Thank you.
социальные технологии донесения информации до широких масс в максимально короткие сроки. Материальная сила должна быть сломлена материальной же силой. Но и теория становится материальной силой, когда она овладевает массой.